Мы рады вас приветствовать на телеканале «Импакт». Мы говорим о служении, о жизни Божьих людей в эфире программы «Влияние». Я искренне рад представить гостя нашего эфира. Это Виктор Павлович Павловский. Приветствую вас. Приветствую вас. Краткая визитка. Виктор Павлович Павловский. Женат на Марии, в браке они 41 год. У их 5 детей и 8 внуков. 35 лет. Епископ Пятидесятнических церквей Молдовы. Виктор Павлович, мы искренне рады, что у нас есть сегодня эфир. Мы сегодня, чтобы поговорить о вашей жизни, о вашем служении. Искренне рады, что через это пускай прославится наш Господь. Расскажите, пожалуйста, о ваших родителях и о семье, в которой вы родились. Прежде всего, выражаю благодарность Богу, а также за приглашение на эту передачу. Благодарю за то, что через подобные передачи, подобное служение мы можем прославить Господа. Аминь. И особенно передача «Влияние», она делает свою работу и делает свое дело, и мы благодарны за это. Слава Господу. Что могу сказать? Очень легко говорить о прожитом. Угу. Не надо ничего инвентировать, придумывать. Надо просто по памяти рассказать то, что есть. И, конечно, я прежде всего, конечно, благодарен Богу за семью, в которой я родился. Я родился в верующей семье. Мои родители верующие были на момент, когда я родился. Мой отец первый в нашем родстве, до того, как он еще не был женат, он покаялся. Слава Богу. Он был молодым человеком в то советское время. Довольно-таки известная семья была. Отец его был очень сильный кузнец на то время. Специалист. Специалист, востребованный. И, конечно, через это семья, ну, была такой позицией хорошей в местности той. Когда мой отец покаялся, когда Господь коснулся, постучал его в сердце, покаялся, конечно, это не доставило радость родителям. Они были православные, и, естественно, для них это расценивалось как сектантство, как позор для их семьи, для родственников. И они говорили ему: ты опозорил через твои действия все наше родство. Как... Ушел даже в другую веру, говорят. Да, ушел в другую веру. Как такое может быть? Отец как мог, так и говорил. И он сказал: я просто встретился с Господом, и Иисус стал моим Богом. Это для них было очень трудно воспринять все, и они поставили перед ним условия: или ты остаешься с твоим Иисусом и уходишь из дому, или ты отказываешься и живешь вместе с нами. Для него выбор, конечно, был остаться с Господом, и он должен был оставить семью, а должен был уйти. Было несколько верующих в той местности тогда, которые рекомендовали ему: делай все, что можешь, доброе для своих родителей. Угу. И он не нашел ничего лучшего, как просто поздно ночью приходил домой. В сарае была корова, там ясли, все. Он ложился ночью в ясли там, спал в сарае. Утром рано вставал, доил корову, чистил в сарае, оставлял молоко и уходил из дому, шел на работу. И это он делал в течение 3 месяцев. А через 3 месяца мама, моя бабушка, говорит отцу, мужу своему: нам надо поговорить с сыном нашим. Вот угу. Что-то произошло из области того, что мы понять не можем. Вот. Когда он спал у нас в доме, кушал и так далее, иногда мы просили его, чтобы он пошел подоил корову, и он не хотел. Теперь выгнали его, теперь... Он не за нашим столом что-то. Они пригласили его. И он просто сказал им: я теперь новый человек. Я родился заново. Угу. Бог живет во мне. И он трансформировал и изменил мою жизнь. Они попросили прощения, приняли его. Через год мама покаялась. А через 3 года его отец покаялся. Слава Господу! Мой отец женился... И я родился в этой семье. Конечно, быть верующим в то время это было не очень так популярно и легко, потому что в стране коммунизма, атеизма, идеологии и пропаганды
верующие – это второсортные люди, категория вторых людей. Поэтому, естественно, никакой перспективы, никакой карьеры, никакого будущего. Плюс казалось бы, да? Да. Но, Виктор да. Павлович, ваша юность как раз припала вот на это время гонения, когда было гонение на церковь. Как вообще проходила ваша юность и как Господь готовил вас к служению? Мой отец из близнецов. У него есть брат-близнец, вернее, был. И он пошел дорогой светлой. Угу. Без Бога? Образование, без Бога, дорога светлая, будущее, член коммунистической партии, карьера, работа, зарплата, его жена учитель. Естественно, мой отец верующий, незаметный, никто. Работая хорошим специалистом в строительстве, иногда его выгоняли оттуда с таким условием: ты недостоин быть строителем коммунизма. Ужас. А потом видели, что специалисты нужны, приглашали его опять на работу. Через все это надо было проходить. А мы, конечно, как дети, воспитывающиеся в такой семье, проходили через сложности и трудности. Не все понимали в тот момент, но была ситуация, когда в действительности идешь в школу, и тебе говорят: Бога нету. В Бога верят только... Пытаются перевоспитать. 100%. И не только перевоспитать, еще научить и говорить: твоих родителей не слушайся. Они малограмотные, ничего не знают. Слушайся нас. Знаешь, и в школе вот этот возраст детский раздваивает тебя. Туда или туда, как лучше. А в действительности было очень сложно. До определенного момента. Потому что даже если я родился в верующей семье, то это не делает меня автоматически верующим. Даже если я и в христианской семье, то это я не христианин. Даже если я родился в пятидесятнической семье, это не значит, что я уже имею так называемую позицию «это пятидесятника». Нет. И, конечно, до 13 лет была вот такая ситуация. В школу, с школы домой. Родители одно говорят. У нас не было ни дома молитвы, у нас не было возможности, чтобы на воскресную школу дети ходили, у нас не было возможности, чтобы даже на обычное собрание ходить, потому что не разрешались тогда. Никто не слушался этих законов, особенно верующие. Но так как собрания в основном проходили в ночные времена, то дети в это время отдыхали, спали. И я помню, сколько раз, когда мы уже дети ложились спать, родители нас закрывали и сами уходили. И они шли на богослужение. Это было после 12 ночи. А вот при моем 13-летнем возрасте в одну из ночей я пошел с родителями на собрание. И это было в частном доме, церковь собралась. И в полночь пастор церкви, который был мой дядя, он сказал, говорит: мы сегодня будем молиться о тех, кто хочет посвятить жизнь свою Господу. И о тех, кто хочет пережить крещение Духом Святым. Я тогда загорелся таким огромным желанием. Конечно, Господь дал мне возможность быть здесь. Я так: проходите, кто желает, мы за вас будем молиться. И вот пару шагов, комната маленькая, стали на колени, церковь начала молиться. И когда мы молились, небо для меня открылось. Дух Святой сошел в обильной мере. Я открыл свое сердце для Господа. И теперь в моем переживании это была встреча с Богом. Это было реальное присутствие и наполнение Духа Божьего в моей жизни. Господь крестил меня Духом Святым. Церковь молилась, благодарили Бога. Долго была молитва. Во время этой молитвы было слово пророческое. И Господь через слово, через пророка говорит: я избрал тебя к служению, которое ты не можешь себе представить сейчас, но придет время, и будешь совершать его по всему миру. Слава Господу! Я тогда подумал: Господи, какой мир? Мой мир – это моя деревня. Я к тому возрасту еще за село никуда не выходил. Все, у меня в школу, с школы домой –
пасти корову, доить, козы пасти, помогать по дому, прошивать. Хозяйство. Все, больше другого такого не было. Господь говорит, ты будешь совершать. Я думал, Господи, как я буду совершать? Еще по всему миру. Советский Союз закрыт, верующие не имеют никакой перспективы. Поэтому вот эти моменты, они были, трудно было их воспринять. Угу. Теперь-то, конечно, я понимаю, осознаю, когда Бог что-то говорит, Он бодрствует над своим словом. А на тот момент, конечно, это было тяжело воспринять. И я хочу сказать, если бы я серьезнее подошел к тому, возможно, было бы, может быть, немножечко проще для меня после. Да? Но что парадоксально было, к тому времени, где-то в 7 классе, мне было 14 лет уже, я говорю учительнице английского языка, у нас урок был тогда. Я говорю, я английский язык изучать не буду. Она мне говорит, почему? Я говорю, а зачем он мне нужен? Господь говорил об одном, зачем он мне нужен? Я говорю так, иностранцы к нам в село не приедут, ну а я точно за границу не поеду. Я верующий. Поэтому верующие не учиться, ни образование получить, ни карьеры, уже не говоря за границу. Мой дядя, который был коммунистом, вот, он рассказывал, как он получил разрешение поехать в Болгарию на то время. И это были только члены партии по специальным пропускам и так далее. И вот эта социалистическая страна Болгария, он съездил за границу. Но для меня... Тогда я. Поэтому учительница говорит, ну, эта программа, ты должен. Я говорю, нет, мне этого не надо. И я был неправ. Потому что в действительности пришло время, когда Бог начал делать свои перемены, и я осознал, что была моя ошибка, и ее надо наверстать. То есть вы сейчас говорите как пастор, который проповедует еще и на английском языке. Ну, а это... в свои 14 откуда вы могли это знать? Нет, невозможно. Дайте одно, конечно. Бог имеет свои планы, у него есть своя воля, у него есть свое время для каждого человека. И я сегодня говорю так, если Бог избрал меня из этой бедной, простой семьи, где мама работала на поле, в саду, папа строитель был, мы очень бедно жили. У нас домик был, комната 12 квадратных метров. Сколько деток было в семье? 5 детей, родители. И мы все в этой комнате. Рядом комната была еще чуть поменьше. Бабушка моя жила еще там. Еще и бабушка с вами жила. И она инвалид первой группы. Ее надо было ухаживать. Мама ухаживала за бабушкой, и мы там были. И когда теперь я прихожу с моими детьми и внуками в этот домик, и они заходят и говорят, папа, а где вы тут все спали? Где вы тут все кушали? А где уроки делали? А где душ у вас был? Все было там. И вот нету что кушать, нету во что одеваться. Я обувью менялся с моим братом в школу ходить. И Господь говорит, ты будешь совершать служение по всему миру. Господи, неужели такой, как я? Я не сын пастора, мой отец не проповедник. Мой дядя был пастором, и я не знал, что придет время, и то время было недалеко, придет то время, что я должен вступить в служение, вот, пастора вместо моего дяди в мои очень молодые годы. Но это уже Господь приоткрыл дверь более широкую, дверь свободы. Спасибо. Виктор Павлович, вы родились в Молдове, но там было украинское поселение, да, получается? Вы еще украинский знаете? Смешанное. У нас были украинцы и молдаване. Поэтому, да, дома мы разговариваем по-украински. Вот как оно, хорошо. Только наш украинский перемешанный с молдавскими словами, перемешанный с русскими словами. Поэтому мы понимаем очень хорошо. Виктор Павлович, вы проповедуете на молдавском, на русском, на английском, да. По-украински проводили.
Пробовал. Иногда в церквях просили, я говорю, пожалуйста. Я говорю, если вы сможете меня понять, мой украинский. Конечно. Спасибо вам огромное. Виктор Павлович, это уже сейчас. Мы знаем, что это был план Божий, что это было предназначение. Вас готовил Господь для служения. Но как вы в свои 26 лет вот так согласились принять пасторское служение? Что это за время было? До этого времени я в 24 был рукоположен диаконское служение. До этого времени мне 3 раза предлагали рукополагать, в церкви избирали. То есть после того, как я возвратился с армии в 20 лет, вот, я был руководитель молодежи, церковь была подпольная. Способности у вас, значит, были руководителем. Да, есть что-то было, да. Но когда церковь предлагала, я имел оговорки. Excuses. То есть я еще молодой. Из-за возраста. Я еще не женат. Да я и не знаю, буду ли я здесь жить. Может быть, я уеду. Уеду в город или где-то. Кто его знает? Я еще не основался, не устроился. И меня выдвигает 1 раз. Я говорю, нет. Меня выдвигает 2 раз. Говорю, нет. 3 раз. Приехали братья епископа и взяли в плен. Вот. И сказали так. А я женился только. В 24 я женился. Вот. И они сказали так. Где бы ты бы ни жил, там нужны будут служители. Аминь. Поэтому церковь тебя избирала. Нет никаких извинений в этом. Я сказал, Господи, сдаюсь. Слава Господу. Правильные служители были. Виктор Павлович, я, насколько вот слышал и знаю, слышал о вас, что вы самый молодой епископ, который только может быть. В 29 лет вы становитесь епископом. Как вообще тоже это приняли? Как вы отреагировали на это? И кто все-таки убедил вас в этом, что нужда в этом есть? Я, конечно, об этом не думал, не планировал, карьеры никаких не строил. И, как говорил, я был пастором в этой деревенской церкви. Но Господь, конечно, благословил. У меня было огромное желание еще при Горбачеве. Я видел, свобода идет. Я видел, начинается евангелизация. 87-й год. Первая евангелизация в Советском Союзе была проведена в Кишиневе. Слава Господу, 88-й год, тысячелетие крещения уже Руси, Украина. У нас мы массы евангелизации начинаем проводить. И у меня такое желание, как молодой пастор, мы должны построить дом молитвы. И я начал ходатайствовать к местным властям, отказ. Я начал ходатайствовать к районным властям, отказ. Кишинев, отказ. Из Кишинева комиссия приходит к нам в церковь и говорит, ну, мы приедем, посмотрим, как мы вам можем помочь. А мы собирались в частном доме, такая комната, квадратов 30 была. Они пришли, посмотрели и сказали так, ну, новый дом молитвы вам никто не разрешит, вам нужно теперь вот эту стенку можете снять и чуть-чуть расширить, чтобы вы имели больше места. Я такой молодой, напористый, я говорю, послушайте, я вас не для этого позвал. Вот. Мы не просим разрешения расширить это место, это частный дом. Мы хотим построить новый дом молитвы, который будет красивый, самый лучший. Вот. Нет, нет, этого нельзя. Ну, конечно, это заставило двигаться до Москвы. И до Москвы? Да, в 89-м году Москва, правительство СССР, принимает решение разрешить строительство дома молитвы в моей деревне. Я помню тот момент, это был сентябрь 89 года, когда местный председатель с этим разрешением, получивший уже по своей линии, приходит такой рад, доволен, и отдает его, и говорит, вот теперь Москва разрешила. Я говорю, очень хорошо. Ну, я говорю, я радуюсь, а почему вы радуетесь? А этот председатель смотрит на меня, он коммунист был раньше, он гнал церковь, он оштрафовали людей, верующих, не разрешали проводить собрания. Вот. Я говорю, почему вы радуетесь? Угу. Он говорит, теперь о нас знают и в Москве. Я тогда говорю ему, если будете с церковью дружить, о вас узнают во всем мире. Аминь. И на небе. И я тогда даже не понимал, о чем я говорю, потому что в действительности теперь церковь, в которой я когда-то был пастором, теперь там был после меня, когда я приехал на учебу, там был другой пастор, теперь еще 3-й пастор, который самое длительное время сейчас пастором. Там, в действительности это стало то, что оно стало через служение церкви, известное на уровне страны, известное уже и далеко за ее пределами.
Поэтому мы благодарны Богу за то, что Бог дает. Поэтому, когда мы собраны были в 89-м году, были собраны для того, чтобы каким-то образом в одном из пятидесятнических объединений в Молдове. Это небольшие группы были, там 12-14 церквей в одном объединении, а их было у нас 5 групп. 5 объединений? Объединений. 5 братств. 5 братств. Вот. Я был в одной из этих групп. Я родился там, я воспитался, я вырос, я оказался там. Это не был мой выбор, я там был. Но теперь я пастор. И когда было собрано, у нас были совершенно другие предложения. До нашей конференции была встреча, и мы обговорили и предложение, кто будет епископом следующим. И потому что мы формировали тогда открытую работу, чтобы государство признало, потому что Молдова двигалась к независимости. И вот когда шел этот разговор, мы определили, кто. Знали человека, знали имя его, знали все. Все согласны были. За неделю до конференции у этого человека несчастный случай. Он падает с лестницы, ломает ногу, гипс. И мы приехали к нему домой. И он говорит: «Братья, для меня это сигнал от Господа. Значит, то, о чем мы планировали, это не должно быть. Поэтому я снимаю свою кандидатуру, а Бог умудрит и сделает то, что должно там на конференции, поэтому Бог поведет вас». И вот мы приехали туда. Я молодой, мечтать нельзя было о том, что будет моя кандидатура, будет что-то. И вот когда конференция была, приехали братья старшие епископа с Украины тогда, приехал Мельник Кадам, Николай Адамович, приехал Роман Билос из Москвы. Приехали братья, чтобы как-то все это утрясти. И вдруг кто-то встает и говорит: «Я предлагаю». И надеюсь, что он не снимет свою кандидатуру. Виктора Павловского. Для меня так было немножечко удивительно. Кто я такой? Я всего 3 года пастором. Мне 29 лет, есть братья, которые... 3 года уже епископ. Да. Нет, с 26 до 29, 3 года я был пастором только. Ага. Кто я такой? Конечно, будут другие, более солидные люди. Я не знаю, почему так произошло. Я не знал тогда. Когда это было представлено и когда было уже избрание через тайное голосование. Тайное? Это хорошо. 3 человека были только воздержавшимися. Все остальные делегаты проголосовали за меня. Слава Господу. И я не понял. Меня вызывают братья, говорят: проходи, тебя народ избрал, пастыри избрали. Я не понимаю, кто я такой, для чего меня избрали. И Роман Иванович Билос спрашивает меня тогда: «Виктор, скажи, какое твое видение для перспективы Молдовы служения в братстве здесь?» Я ему говорю: «Я не знаю, почему, но я вам скажу сразу. Я вижу всех пятидесятников Молдовы в одном единстве. И я буду молиться и работать именно на это». Роман Иванович говорит тогда: «Ты поднял очень высоко планку, но пусть Бог тебя благословит и поможет». И в действительности 2,5 года Господь дал нам возможности работать. После моего избрания через 1/2 в другом братстве был Петр Борщ, епископ, избранный на епископское служение. И тогда мы вместе встретились. И когда мы встретились вместе, я рассказал ему мое видение и желание, и Петр говорит: «Виктор, я об этом тоже молюсь, и я знаю, что нам нужно в этом направлении работать». 2,5 года мы работали для того, чтобы сблизить, объединить, и это чудо произошло в декабре, 12 декабря 92 года, когда 5 групп объединились в одно братство. Скептически люди смотрели тогда. Да. Никто не вдохновлял, никто не говорил, что слава Богу, теперь будет. Все говорили: долго не продержится. Знаете, вы молодые братья, вы еще не знаете, вы еще... И такая осторожность была. И я думаю, кто-то говорил 3 месяца, кто-то говорил 1/2 продержитесь, все равно все рассыпется. Человеческая мудрость, они все знают. Слава Богу.
Я говорю, немножечко вначале такие были переживания, а прошло 3 месяца, мы еще вместе. Прошло полгода, мы тоже вместе. Прошел год, мы вместе. И я помню, через год мы делали такое как бы служение вместе, все. И приехал опять же к нам Роман Иванович. Ну, тогда уже приехал Виктор Иванович Белых. Братство регистрированное, не регистрированное, потому что у нас все вместе. Я помню, Роман Иванович тогда, у нас даже есть и видео, когда он говорил: «Братья, вы уже целый год вместе». Для меня как, прозвучало, как будто вы уже вечность вместе. Ну, целый год – это чудо. Слава Богу, в декабре месяце будет 32 года. 32 года. Виктор Павлович, слушайте, вы были инициатором того, что 5 братств пятидесятников Молдовы, вы были инициатором, чтобы стали одним союзом. Сколько церквей в вашем союзе сейчас? А на время, когда 5 братств объединялось, у нас было 67 церквей. 67. А сейчас, через 32 года? Сейчас 402 церкви. 402, слушайте. Слава Господу! Да. Какие же приятные эти цифры! Это же спасенные люди, это служители, это... Вы много сделали работы для славы Божьей. Мы имеем вот такое понимание этой работы. Главное должно оставаться всегда во главе. Поэтому, что бы мы ни делали, одна цель преследуется – спасение погибающих душ. Это одно задание, которое дал Иисус Церкви Своей – проповедовать Евангелие, спасать людей. Поэтому мы не спасаем, но мы благовествуем. Господь спасает. Спасибо. Виктор Павлович, я слышал, что вы учите ваших служителей, что есть 3 вещи, которые, это идет, получается, достигайте, учите и помогайте. То есть реагируйте, а не отвергайте. Если можно, расскажите в нескольких минутах, о чем это? Ну, мы взяли вот эти 3 направления и всегда говорим так, главное должно быть во главе. Поэтому одно из направлений мы говорим – евангелизация, миссионерство, открытие церкви. Спасение. Это спасение. Второе направление – нам нужны кадры. Поэтому воспитание, образование, теологическое воспитание, образование, светское образование. Потому что через образование мы влияем. Угу. Образованный всегда будет влиять и вести необразованных. Поэтому через образование, да, мы можем оказывать определенное влияние на общество. Поэтому это второе направление. Да, мы проводим много семинаров, различных мероприятий образовательных. Да, у нас есть библейская семинария наша, уровень бакалавра. Угу. Вот, да, у нас основана христианская школа, общеобразовательная, признанная Министерством просвещения. Да, 2 года, как мы начали христианский университет. Поэтому вот в этой области. Ну и третье направление – это контекст, в котором мы живем. Беднейшая европейская страна. Так о Молдове говорят. И, естественно, да, есть очень много нужд, есть очень много людей, которым нужно служить. И церковь не может служить, идите с миром, грейтесь и питайтесь, потому что контекст определяет. И поэтому вот наше служение, 3-м направлении, это социальное служение, помощь нуждающимся. И мы ее не выбирали. Мы просто должны реагировать на ту нужду, с которой сталкиваемся. Виктор Павлович, можно вот, чуть больше подробностей? Насколько я знаю, с приходом вашим, как старшего епископа, вы открыли много новых служений. Какие сейчас современные служения такие? Потому что до этого какие-то только реп-центры у нас были. Что еще пришло? Ну, если мы возьмем вот так чуть-чуть, синхронизируя и смотря последовательно с этим, то, естественно, началось вначале такое невидное служение уличным детям. А пусть приходят дети, которые оставлены родителями, которые сироты. А это был конец 90-х годов. Что случилось? Почему дети остались? А потому что многие родители уезжали на заработки. В Европу? В Европу. Вот. И если они уезжали, в основном уезжали нелегально, бежали, то они там годами, десятилетиями находились там, а дети здесь. Поэтому 2 категории у нас – это дети и старики. Это брошенные категории были, потому что старики были оставлены и дети.
Поэтому дети-сироты, дети, брошенные родителями, оказались на улице. И теперь церкви начали вот эту программу, и этот проект, мы его назвали «Хлеб жизни». Хлеб жизни для детей. Угу. Дети приходят в церковь, им предоставляется питание. И вот когда мы начали в одной церкви, мы же не думали, чем это закончится. Ну, мы хотим просто накормить их. А потом начинаем сталкиваться. Этот спит вот в канализационных подземельях, этот спит где-то в подвале, этот не имеет родителей, этот где-то вот. И начали выискивать больше и больше. И они начали рассказывать такие истории. И было естественно, а как мы можем теперь отреагировать и помочь этим детям? Ну, чтобы они не спали где-то в подвале, холод, зима, ну, чтобы хотя бы какое-то место. Поэтому стоял вопрос найти какое-то место. И мы думали, где-то, может, какой-то домик или квартирку, или то. Но как результат этого родился проект, и мы его назвали проект «Вифания». Это детский дом семейного типа, где на территории бывшего пионерского лагеря советского были реконструированы дома, 10 домов, и в каждом доме была семья, которая набирала, теперь формировала, то есть был муж и жена, вот родители, и они формировали теперь семью из этих детей. И вот 12 детей максимально в этом одном домике. Поэтому у нас получился такой мини-городок, где-то 120-150 людей вот в этом бывшем лагере. И это уже детский дом. Эти дети с улиц, они в школу не ходили. И теперь нужно было заняться их образованием. В государственные школы их не принимали, так как им 12-13 лет, а надо в первый класс. Они не имеют, да. Поэтому нужно было теперь что-то делать. Основали христианскую свою школу, чтобы помочь этим детям. И уникальным, короткое свидетельство об одном молодом человеке. До 12 лет в школе не был. Взяли на программу в школу его. Угу. Настолько мудрый, настолько успешный, в один год заканчивал 2 класса. Индивидуально учителя работали. Закончил со своими сверстниками школу. Догнал! Догнал. Поступил после этого в медицинский колледж. После колледжа поступил в медицинский университет. Стал врачом. Слава Богу. Во время пандемии он переезжает в самые такие отдаленные 3 села. Ну, так говорит, оставленные. Угу. Вот. И была передача, министр здравоохранения и телевидения выезжает в это село, вот, посмотреть, почему он приехал сюда, этот молодой человек, врачом. Обычно такие люди карьеру себе хотят. Большой город хотят. Да, а это поехало. И вот он говорит, я был таким, как многие из этих людей. Меня взяли с улицы, меня помогли, меня подняли. Мне дали образование, и я обещал Богу, что я пойду и буду служить таким людям, каким я был, потому слава что они Господу. Нуждаются. Вот. Поэтому, вот, естественно, когда работаешь случайно с семейными, так, ну, дом престарелых, ну, а кто думал об этом? Ну, просто в церкви, давайте мы поможем там 2-3 старикам, может быть, соберем их где-то в одно место, создадим уют, поможем. Мы не знаем глубину проблемы, пока не начнем там копать. А потом ситуация такова, и получилось. 6 человек, потом добавили 10, потом 16, а потом еще больше нужда, потом расширили 50 человек. Теперь завершаем строительство нового здания для дома престарелых, где будет плюс еще 88. Слава Господу! Это очень большое количество. Это просто да. И иногда вот на все это смотришь, Это не просто желание, видение, а это реакция на нужду. Угу. Мы или реагируем позитивно, или же мы отвергаем, отворачиваемся. И вот нельзя отвернуться, чтобы отвернуться и не быть частью этого. Одно свидетельство пожалуйста. Небольшое. Пастор сказал церкви, кстати, мой зять, пастор в этой церкви, и он сказал так: достаточно, довольно.
Мы имеем дом престарелых, мы имеем теперь детское служение, послешкольную программу, мы имеем много различных служений. Мы очень заняты. Заняты, поэтому, говорю, больше не будет. И он собрал совет церкви и сказал: братья, никаких новых служений. Все, это больше, чем кто-либо может. Хоть бы это потянули. Да. Все. Звонок ему. Звонит директор детского дома инвалидов. Молодые люди, которые в детском доме, инвалиды. У нас есть нужда и просьба. Не могли бы вы взять одного молодого человека? Умнейший. Но он инвалид, скрученный в коляске. Его свидетельство жизни, его это уникально, жалкое. Его продали родители, вот, алкоголики и пьяницы. Его забрали в Москву. Он попрошайкой 3 года в Москве. Его не снимали с инвалидного кресла. Он хотел самоубийства, не получалось. Его депортировали в Молдову, мы его взяли в наш интернат. Пожалуйста, возьмите. Если вы его не заберете, мы должны отправить его в психиатрический центр, там, где люди там умирают. Там он не выйдет уже. Да. Вот. Пастор говорит: извините, но мы не можем. У нас дом престарелых, у нас нет места, мы не можем. Эта женщина, директор, 2 раза как минимум в неделю звонит. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. В один из моментов он говорит: хорошо, сдаюсь. Одного возьмем. Поехали забирать. Этот молодой человек в кресле, веселый, ждет. Его заберут. Ну, конечно. Вот. А говорит: я смотрю на него и думаю: Господи, ты же не знаешь, куда мы тебя заберем. Между стариками ты будешь жить там. Это же не... Но директор это говорит тогда: я хочу вам показать, как они здесь живут. И это был также вопрос пастора: могу ли я посмотреть, как условия здесь, потому что мы не имели дела с инвалидами. Говорит, мы зашли в коридор, посмотрели, такой длинный коридор, комнаты, ничего особенного нету. И он говорит, женщина эта: пастор, еще одна просьба есть. Есть еще одна очень хорошая, красивая девушка, молодая, 16 лет ей. Если вы ее не заберете, она пропадет. Пожалуйста. Пастор посмотрел и сказал: вы что, издеваетесь? Я еле согласился взять мальчика, а теперь девочку взять, и девушку эту взять. Это значит, ищу комнату, а у нас их и нету. Нет, такого не может быть. Ну, пожалуйста, нет. Ну, хоть посмотреть, хотите ее? Он говорит: вы что, издеваетесь? Я что, машину или товар, или колбасу покупаю, чтобы посмотреть на нее? Что, я посмотрю и скажу: не берем? Как это может быть? Когда они беседовали, в тот момент она говорит: ну, последний раз прошу вас. И она говорит: я собрался как мужчина и сказал: я вам ясно сказал нет. Она дает ему документы этого мальчика, но в этот момент, он так стоял, сзади дверь была, в этот момент такой стук в дверь, эта дверь нараспашку открывается, ударяет его в плечо, из-за двери выкатывает эта девушка, которая была за дверью, слышала. И когда он сказал «нет», это ее последняя надежда рухнула, и она коляской толкнула эту дверь, которая ударила пастора, выехала на коридор со слезами. Она говорит: я собрался с силами и сказал: эмоциями меня не возьмут. Сопротивлялся до последнего? Уехал, не взял. Приехал домой, все, этого определили, парня туда, все хорошо. Ночью сна нету. Она перед глазами. Живая душа. Следующую ночь сна нету, куда не ходит, нету. На третью ночь: Господи, сдаюсь, сдаюсь. Посылает второго пастора, говорит: идите, привезите. Собрал совет церкви и сказал: братья, мои слова забираю назад. Никогда не говорите Господу нет. Никогда. Потому что не будете спать, будет все валиться, будет все рушиться. А когда
дело открылось, то тогда 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 10-й, 15-й, и таким образом основался дом для инвалидов. Сколько сейчас там людей? 23 человека. Но в этом же помещении, где инвалиды, проживало в начале первого года войны 200 беженцев с Украины. Сейчас там проживает где-то человек 50. Кстати, вот я как раз и хотел следующее вам сказать, а вы как раз меня чуть-чуть опередили. Виктор Павлович Мыськино, я как сам с Украины, хочется поблагодарить вас, христиан Молдовы, за то, что в этот трудный момент, когда в Украину пришла война, христиане Молдовы приняли так много беженцев, сколько вы служили, сколько вы помогали. И там вы слышите нужду, и старшее поколение, и детки, и инвалиды. Все эти служения вы организовываете, они работают на уровне этих всех церквей, которые вы имеете. Это не только Молдова, это Гагаузия, Приднестровье, но это одна страна, но все-таки эти регионы и эти церкви сейчас служат беженцам с Украины, поэтому искренне за это огромное спасибо. Как война, вот эта ситуация расширила ваше служение для христиан Молдовы? Я говорю так, две вещи, которые произошли вот в этот момент, которые заставили нас переоценить и переосмыслить. Я говорю всем, мы потеряли вот этот менталитет бедности. Угу. Мы не бедные. В сравнении, все познается в сравнении. И вот когда война началась и пошли беженцы, это немало, для маленькой Молдовы 15 тысяч человек каждый день въезжало в Молдову, все люди включились. Ну, конечно, церкви были в числе первых. Да. Открыли все. Дома молитвы наши стали мультифункциональными. В залах матрасы стояли, люди спали. И сегодня у нас есть церковь в Кишиневе, угу, где первый этаж полностью, кровати двухъярусные, и там живут беженцы и женщины, а на втором этаже в детской комнате балкон и пасторский офис живут мужчины. Они открыли это как центры для беженцев и работают с беженцами в этом плане. Мы, конечно, увидели то, что Бог показал нам, что наша сила в единстве и сплоченности. Второе, что мы еще не до конца высвободили имеющийся ресурс даже в этой бедной стране. Угу. Я просто поражался, удивлялся, когда я задавал вопрос, чем кормят этих людей. Чем топят? Откуда средства? Это же зима. Я звоню одному пастору и знаю, у нас там библейская школа есть, и там можно 100 человек беженцев точно расположить. Угу. И он говорит, брат Виктор, нет проблем. Но как только мы включим котел, $100 каждый день за газ платить надо. Ой-ой-ой. Потому что газ в 7 раз подорожал у нас. И говорит, я не знаю. Говорит, как будет дальше? Я ему говорю, знаешь что? Включай. Бог позаботится о деньгах. Теперь не деньги вопрос. Теперь люди живые, которые голодные, холодные, которых надо принять, расположить. И Бог выходил навстречу. Поэтому Бог показал нам, церковь имеет самый активный или быстро реагирующий является церковь на нужды и проблемы других. То есть нельзя, не надо было уговаривать, не надо было говорить, мотивировать. Люди сами вставали и говорили, что делать? У меня есть машина, у меня есть комната, у меня есть то, у меня квартира, у меня это. Кто-то уехал за границу, звонит оттуда и говорит, в моей квартире, в моем доме. Пожалуйста, расположите там людей, заботьтесь об этом. Слава Господу. И, конечно, мы увидели. Другое, конечно, вот мне просто было интересно. Я через 2 месяца после войны взял и написал письмо такое в нашей церкви. Угу. И сказал, пожалуйста, дайте мне информацию, статистику, сколько приняли вы беженцев, ночей проживало в вашей церкви, в вашей... Угу. И сколько... раз вы покормили этих людей.
Ну, просто имею такую информацию. Расскажите. Я был шокирован, когда пришла мне информация обратно, и когда братья сказали, более 100 000 ночей проживали у нас люди, и более 360 000 раз мы покормили людей. Слава Все Господу. Вместе. Я только, Господи, да не может такого быть. Бедная Молдова, но вы не так принимаете. Не может такого быть. Я говорю, ну, если просто $3 один раз покормить человека, аж, ну что такое $3, когда цены в Америке и в Молдове одинаковые? Вот. Что такое? Ну, Господи, откуда? Это же больше $1 000 000. Откуда-то взялись? Конечно, мы благодарны Богу и церквям, партнерам из Америки, из Европы, которые включились вместе с нами. Всем неравнодушно. Я просто был приятно удивлен, когда звонили люди и спрашивали, чем можем помочь, как нужно сделать. Иногда нужно было говорить немножечко радикально, потому что когда мне звонили, сказали, ну хорошо, мы соберемся, мы посоветуемся, мы примем решение, вот, братский совет, наверное, должен знать об этом, и потом посмотрим, может быть, соберем контейнер и отправим контейнер. И я говорю, братья, пока вы будете советоваться, пока вы будете много контейнер отправлять, это пройдет полгода, да. А люди сейчас Аминь. На здесь. И я, конечно, благодарен, что люди были открыты вместе с нами, отсюда приезжали, чтобы там послужить вместе. Благодарны Богу. Но хочу сказать, через год-полтора все забылось. Да? Вот, как будто бы ничего нету. Вот уже никто... Меньше начали помогать? Просто никто не спрашивает теперь, а как вы живете? Справляетесь ли вы? Если у вас возможность. Ну, допустим, я просто скажу, вот 50 человек беженцев живут у нас в доме инвалидов сейчас. Чем вы их кормите? Откуда деньги берете? Как, кто? Вау. Ну, а это же не просто. Это каждый день, это 3 раза в день. Это надо на стол ложить, это надо обогреть, это надо вода, это надо... Поэтому существуют определенные расходы. Вот, и поэтому я говорю так, пока еще война продолжается, да, надо продолжать усердно молиться и быть частью. Спасибо, что вы поделились, Виктор Павлович, что вы поделились этими, рассказали, и чтобы мы понимали, что еще есть нужда остается. И спасибо огромное за всю работу, которую вы сделали уже. Я спешу, я хочу сказать, что я знаю, что вы получили духовное образование, вы магистр богословия, почетный доктор богословия. Наши пятидесятнические церкви, они как-то скептически относятся к образованию, но вы как епископ, у вас, я уверен, что более 1500 пастырей, которые прошли обучение. Что бы вы хотели сегодня сказать тем людям, которые до сих пор как-то, ну, если пусть Бог учит, пусть Дух Святой учит, это правильно, но все-таки образование духовное, оно есть необходимость. Что бы вы могли сказать? Я всегда был сторонником за образование. Я помню, когда-то в моей молодости переведенная была на русский язык «История христианства». Книга небольшая, «История христианства». И вот я ее читал, и там были такие сноски вот, на авторов или на какие-то источники. Mm-hmm. Я смотрел «Отцы церкви», том такой-то, глава такая-то. Неужели это еще где-то есть? Угу. Где это можно? Я даже не представлял тогда. Но рвение и желание было огромное. И, конечно, образование, радиообразование... Не надо. Не надо. Угу. Вот. Но у меня всегда была открытость к образованию. И я всегда говорю, никогда не противопоставляйте образование духовности и духовность образованию. Никогда не говорите, зачем мне учиться, Дух Святой меня учит. И никогда не говорите, я буду учиться, чтобы я мог хорошо знать. Одно и другое должно быть в гармонии соединено, потому что это основной ключ. И здесь хочу очень кратко мое личное, момент моей жизни. Я приехал на учебу, Господь открыл дверь. И у меня желание было учиться. Мы начали библейскую школу у нас в Молдове. Но для того, чтобы понять, как работает библейская школа, я был приглашен в Даллас, в Christ for the Nations, для того, чтобы один год побыть там, посмотреть, как работает институт, какие программы и как все это нужно. И плюс для себя. Угу.
Прекрасно, я приехал. В течение этого времени, конечно, познакомился со многими людьми там и встретил тех, которые начали меня мотивировать и говорить мне: «Виктор, ты здесь с семьей вместе. Почему бы тебе не сделать еще один шаг и закончить магистратуру? Ведь вы начали библейскую школу, и неплохо было бы, чтобы на один ступень выше были преподаватели, чтобы можно было узаконить правильно». Ну, я говорю: «Вы знаете, у меня этой цели нету, но если Бог откроет». Приехал один человек, которого я хорошо знал, а он является деканом Regent University в Вирджинии. Очень хороший историк, написал много книг о истории пятидесятнического движения даже на постсоветском пространстве. И он говорит: «Виктор, в нашем университете есть такая возможность, и мы хотим тебя, чтобы ты переехал к нам. После года здесь переезжаешь к нам, закончишь магистратуру у нас». Я говорю: «Ну, если вы сделаете все возможное, тогда я за». Я подал заявление, сделал все, все хорошо. Он говорит: «Мы зачислим с одной стороны, с другой стороны наше объединение поможет финансово обеспечить жильем и так далее, чтобы ты мог там Слава учиться». Слава Богу, это устройство. Для меня это было вау, ответ от Господа. За неделю до окончания моей учебы звонят мне оттуда с университета и говорят: «Вы знаете, для того, чтобы мы вас зачислили, вы должны были пройти вступительный экзамен», или он назывался GRE, Graduate Record Exam. Я говорю: «Да, я знаю, я прошел его». Говорит: «У нас ничего не пришло. Вы можете пойти там, где вы его проходили, спросить, почему у нас нету его?» Я пошел в университет в Техасе, в Далласе, пошел туда, спросил. Они говорят: «Да, вот есть, вы прошли его». Я говорю: «Дайте, пожалуйста, копию, потому что не пришло». Они мне говорят: «К сожалению, мы копии не держим. Мы оригинал отправляем туда, где указано было». А он не пришел. А он не пришел. Я спрашиваю: «Хорошо, а что теперь?» «Вы должны retake it. Повторно. Заново взять экзамен». Заново. Я говорю: «Хорошо, сегодня можно?» Вау! Они говорят: «Нет, мы только два раза в год проводим. Следующий будет в октябре», а это было конец июля, начало августа. Я говорю: «А теперь что значит?» «Ну, невозможно». Я звоню им туда и говорю: «Извините, вот такая. К сожалению, мы вас не можем по закону принять сейчас. На следующий год». Господи, ты знаешь почему. Все. В этот же момент, через пару дней, звонит мне со Спрингфилда, с Миссури. Там есть такая семинария Ассамблеи Бога. Они когда-то приезжали к нам в институт в Даллас. Я просто заполнил application, не имея никого, не имея ничего, ни денег, ни знакомых, ничего. Они звонят мне и говорят: «Вот так и так, вы заполнили аппликацию. Хотели бы вы, намерены вы приехать на учебу?» Я говорю: «К сожалению, кроме жены и пятеро детей я больше ничего не имею. Если вы готовы такого студента взять, у меня нет ни денег платить за учебу, у меня нет ничего». «Нет, нет, нет, подождите. Кто-то вот из спонсоров пожертвовал сумму денег с приложением. Эти деньги должны быть присвоены международнику, студенту, который семейный и который по меньшей мере должен был быть 5 лет уже в служении». И говорит: «Мы прошли все заявления, кроме одного, ваше только встречает все 3 требования. Если вы говорите «да», мы тогда эти деньги и ваша учеба покрыта. Если вы говорите «нет», мы возвращаем деньги донору. Я говорю: «Слава Богу, да, но да. А дальше? А жить где я буду? А кушать что мы будем? Я же никого не знаю». Господь позаботился и об этом. Таким образом, я оказался в Спрингфилде. 2 года вы учились там. Да. Но начало мое. Я пришел для того, чтобы получить образование. Я считал себя таким, ну, пунктуальным, настойчивым, добиваюсь чего, организованным. Знаете, уже говорю, с опытом, давайте так скажем. Да, но все записался, зарегистрировался на первый семестр, все через 3 недели по моей работе, я должен написать был первую мою работу. А что было? 70 страниц профессор дает.
статью, которую нужно было прочитать ее. Там были теологи, которые дискуссии ведут между собой проблему потопа. А потом вы должны написать свой взгляд на их дискуссию, сделать вывод на 5 страниц. Окей, хорошо. Ну, я думаю, это же быстро. Я в библиотеку быстро копию сделал, взял все. Начинаю читать. Я читаю, прочитал эту статью, ничего не понял. Запутано там все. Второй раз прочитал, ноль. Третий раз, ноль. Я иду к своим коллегам, американцы, студенты. Я говорю, может быть, мой английский еще недостаточно. Я говорю, пожалуйста, помогите мне понять. Они так смотрят на меня, говорят, Виктор, мы на родном языке не можем понять. Как ты иммигрант. Вот. Я не сдаюсь, я иду к профессору. Я ему говорю, пожалуйста, доктор Каттон, пожалуйста, помогите. Ну как разобраться? Вот эти люди, что они говорят? Я читаю, но ничего не вижу. Он так спокойно говорит, Господь тебе поможет, давай помолимся. Помолились, он пожал мне руку и выпроводил. Господи, 3 дня остается до сдачи работы, у меня ничего нету. Я жене говорю, навряд ли, не могу. Тяжело по-английски. Жена говорит, ну если не можешь, может это не твой уровень. Ого. Я тоже думаю, наверное, не мой уровень. С другой стороны, Господи, а зачем ты заплатил? Угу. Зачем нас приняли? Так, зачем ты дал нам жилье здесь? Зачем ты открыл все эти двери? Для чего все это? Дети мои теперь учатся в школе все. Они все в совершенстве говорили по-английски. Вот я с женой. Зачем, Господи? Ну, ты же знал, что я не смогу. Лучше бы я уехал домой. Вот первый год, я первый в Молдове, образованный, с дипломом американским, еду домой в братстве, меня встречают как... А теперь что я скажу? Я сдался, я не могу, я... И для меня борьба внутри. 2 дня остается, ноль. Так, Павлович, наше время заканчивается? Самое главное скажите. Заканчивай, самое главное. В один из моментов... Я беру свои тетрадки, иду в спальную комнату, ложу на диван, становлюсь на колени, читаю, молюсь. И в один из моментов я начинаю понимать и осознавать. Господи, насколько бы я ни был умным, организованным и так далее, прости меня, если ты не поможешь. Я все. Завтра чемоданы домой. Господи, я осознаю только с твоей помощью. Когда я молился... Вот, прошло определенное время, я открываю глаза, смотрю на эту работу, и все вот так, строчки сходятся. Прочитал до вечера, через 3 часа работу написал. И образование, и Божье присутствие, и мудрость – это все играют вместе.